На конкурс дети читают стихи. Бардин Саша, 4 года, город Саратов. Андрей Усачев, что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.